Вот. Пока весь город спит, грузимся. Плохо видно, ну да ладно, что тут такое. Выехали на Пикалево. На природу. Выехали на природу. Хорошо. Нам рыбы не надо, нам воздух давай. Собрались, загрузились. Я пошел потихонечку. Я только видео начал снимать. А у него убежал. Вот сидим мы тут в палатке. Андрюха курит, гад. Обкуривает меня. Вот это мям. Да, ловится. Вот, вот такие окуни, вот такие. Это нам сказали не выбрасывать. Кошки. Кошки. Так, а я поймал всего лишь два зачетных окунька. Вот, да. Только два. Пока. Ну это пока. Был сход? Был сход вообще. Да, ну да. Виталик у нас там на соседней палатке поймал грамм на 300. Да. На 300, да. Кушка поймал, да. Может, ни одного уже мы не знаем. Мы не знаем, да, скрывает. Сейчас палос пузырем придет. Да, там он есть соседи уже, соседи, на улице снег. Погода в палатке изумительная.
Вот она форель. Какая? Честно пойманная? Нет, ну она как зубочная. Радужная. Радужная форель. На червя. На червя.